Добрый день! Хочу представить вашему вниманию быстрый рисунок и, скорее, даже зарисовку гипсовой головы Юлия Цезаря, который, на мой взгляд, будет полезен, особенно вот тем ребятам, и не только ребятам, но и взрослым людям, которые будут поступать в институт и сдавать творческий экзамен по направлению, вот, по художественному направлению. Хочу, чтобы вы обратили внимание на основные моменты при выполнении этой работы. Это прежде всего композиция, это опора конструкции на знание пластической анатомии, это на выявление общей формы и на работу над деталями этого, значит, рисунка гипсовой головы в контексте понимания, опять же, пространственного расположения и освещения общей цельной формы. Вот. Я с удовольствием покажу вам эту работу и буду рад, если вы ее хорошо воспримите. Спасибо. Для работы нам потребуется самая обыкновенная бумага, госзнак, на которой обычно рисуют абитуриенты при поступлении, скотч для того, чтобы прикрепить этот лист к мольберту или к планшету, самый обычный карандаш, предпочтительно для такой работы Кохинор HB, по крайней мере, он такой не слишком мягкий, не слишком твердый, ластик, резачок и лист бумаги под руку, чтобы не пачкать работу. Ну, как обычно, всякая работа художника, она начинается с композиции. Как закомпоновать на листе? Принято рисовать, ну, академический рисунок, так принято, рисовать чуть меньше натуральной величины. Ну, это учебный рисунок, поэтому какое-то увеличение или чрезмерное уменьшение, оно совершенно ни к чему. И вот мы определяем общую форму головы, да, ее пропорции на листе, и начинаем построение. Сразу хочу сказать, что, видите, я определяю так называемые фронтальные и профильные части головы, то есть голову в какой-то степени можно представить в виде прямоугольной усеченной призмы. Лицевая поверхность и поверхность боковая. Надо иметь в виду, что всегда доминирует мозговой отдел черепа по отношению к лицевому. Вот. А обозначается так называемая крестовина над переносе. Да? Это линия, которая делит при фронтальном рассматривании головы ее по вертикали на две равные части. И линия вертикальная, которая определяет поворот головы. Все вместе это ракурс. Вот. Рисуем нос. Нос, состоящий из площадки носа передней, площадки нижней, двух боковых, лоб, да, и вот нижняя челюсть, скуловые дуги. Отмечаем скуловые дуги, положение скуловых дуг. Надо иметь в виду, что скуловая дуга входит в серединку уха. Под скуловой дужкой располагается ушное отверстие. Угол нижней челюсти, площадочка под нижней челюстью, та, что в рефлексе получается, грудинно-ключично-сосцевидная мышца шеи и трапециевидная мышца шеи, так называемые на сленге говорят капюшонные мышцы. Это все опорные точки, анатомические точки головы, на которые опирается конструкция головы. Нос, площадка носа, сошник или еще носовая ось, нос моделируется вот из нескольких частей, то есть кости носа обозначаются, вот проведена осевая, крылья носа, носовое отверстие, обязательно в толщину, и сам сошник, кончик носа. Моделируется шея, грудинно-ключично-сосцевидная мышца, капюшонная мышца и трахея. И осевая линия, проходящая через надпереносие, она проходит как раз через верхнее веко глаза. Вот, и мы ее вот уточняем, и надо будет провести еще линию, проходящую через слизник глаза, так, чтобы получилось построение глаза. Да. И вот на этой линии уже можно отметить слизник глаза одного и другого, и, соответственно, надо иметь в виду, что расстояние между глазами равняется примерно глазу. Верхнее веко. Да. Обязательно показать толщину верхнего века, потому что это не просто листочек бумаги, это именно толщина. И огибает глазное яблоко, которое имеет, в общем, шарообразную, шаровидную форму. Второй глаз. Да. Между глазами еще расстояние глаза. Тоже в толщину. Это пока толщина века, а самого века пока нет. Сейчас мы его нарисуем.
Линия рта располагается выше осевой, которая проходит через углы нижней челюсти. Линия рта, носогубная складка, и моделируем форму губ. Надо иметь в виду, что перспективные сокращения, трехчетвертной поворот, поэтому то, что к нам ближе, получается больше, то, что дальше, немножко в ракурсе. Ну да, вот моделировка губ, кончики губ, серединка губ. Да, моделируется на основе нижней губы, уточняется форма. Ухо располагается между надбровной дугой и основанием носа. Голова правильная, классическая, поэтому здесь все совершенно точно. Размер уха между основанием носа и надбровной дугой. Надо показать волосы, вот ту часть прически, которая, в общем-то, видна. Хотя она и не богатая прическа, но нарисовать ее нужно. Поэтому я определяю поверхность, как волосы закрывают височную кость. И как дальше вот моделируется уже к теменной части. Все время возвращаемся к деталям. Надо рисовать, все время видеть всю форму целиком. Поэтому всегда нужно к деталям и вообще к общей форме возвращаться. Нельзя замыкаться на одном месте. Поэтому губы, нос, глаза, ухо и так далее. Все время мы поправляем и смотрим в контексте общей формы. Да, нижняя губа и подбородочный выступ. Да, вот намечаем подбородочный выступ. Опять возвращаемся к глазам, уточняем форму глаз, верхнего века пока. Да, так чтобы это получился объем и было ощущение, что века прикрывает сферическую форму. Нижние века будем рисовать чуть позже. Нижние века, да, тоже обязательно толщина нижнего века, да, потому что вот как раз вот этот кусочек, кромочка толщинки нижнего века как раз и будет на свету, а само нижнее века уже будет в тени. Всегда моделируется форма на основе чередования света и тени, света и тени. Ну вот в целом построение подходит к концу, надо уточнить пропорции. Еще раз посмотреть внимательно на работу, посмотреть, так ли верно взяты все отношения, что-то можно поправить. Да, конечно. Полезно в это время отойти от работы, посмотреть на нее чуть-чуть издали. Очень хорошо использовать вот листочек бумаги, подложить под руку, для того, чтобы не возить по рисунку вот пальцами, да, вот опираться уже через листочек. Так, это просто аккуратнее и удобнее. Поэтому такой прием часто используется, как муштабель. Сейчас линия такая немножко рыхлая везде, дробная, но я сторонник того, чтобы линию искать. Да, сразу не рисовать достаточно точно, а именно потихоньку ее уточнять, находить. Да, вот здесь на прическе мы определяем уже то, что будет освещено. Ведь височная кость, она находится по отношению к источнику света уже повернута, то есть не под прямым углом. То же самое с ухом. Ухо повернуто к источнику света больше, чем жевательная, большая жевательная мышца и скуловая дуга, поэтому тоже ухо больше на свету. Надо иметь в виду, что когда мы рисуем нос, то тоже обязательно надо показать, что крыло носа имеет толщину. Вот. И носовое отверстие прикрывает не просто там какая-то тоненькая там пластиночка, а именно толщина носа. Ну, общее решение тоновое надо уже показать. Источник света под прямым углом к модели, поэтому все поверхности, расположенные к источнику света под прямым углом, мы оставляем светлыми. Их не трогаем, не заштриховываем, а наоборот даже немножко освобождаем от лишних линий. Все, что повернуто от источника света, все мы сейчас заштрихуем примерно одним таким несильным тоном.
Да, вот продолжаем моделировку формы с помощью светотени. То есть все поверхности, не расположенные не под прямым углом к свету, к источнику света, да, они все в тени. И надо их все обобщенно закрыть каким-то тоном, чтобы уже появилась граница светотени и объемное выявление формы уже происходило. Вот здесь сложное место, потому что нижняя челюсть снизу – это рефлекс, а на шее – это падающая тень от нижней челюсти. И вот надо будет еще позже найти именно собственную тень на нижней челюсти и протянуть ее как бы по всей форме, связать со всей конструкцией головы. Да, возвращаемся все-таки к глазам, уточняем, моделируем форму. То есть принцип от общего к частному, от частного к общему, он в данном случае, вот в таком учебном рисунке, должен быть неукоснительно соблюден. Работа над рисунком в большой степени напоминает работу скульптора. Определенные ассоциации должны возникать. То есть сначала мы грубо моделируем общую форму, находим ее положение, пропорции в пространстве, ракурс изображения. Вот. Потом мы эту форму как бы мнем пальцами, уточняем какие-то детали, находим еще поверхности дополнительные какие-то. Вот. А потом уже переходим к более мелким деталям, работаем с стекой, и что-то поправляем стекой. То есть, в общем-то, можно определенные ассоциации выстроить, они помогут в рисовании. Волосы – это тоже объем, это объемная форма, вот, но она сложная, да, но тем не менее, если ее абстрактно представить, то это все-таки опять поверхности, повернутые к свету, и поверхности от света отвернуты, если я правильно выразился. Вот. И уже моделировка вот самих локонов, да, уже в контексте того, на какой поверхности они находятся. Золотое правило звучит так. Каждая деталь принадлежит своей поверхности. Ну, продолжаем работу. Потихоньку, значит, двигаемся уже в сторону деталей. Да, деталей и в тоне. Вот, ну, детали, я имею в виду таких деталей второстепенных, как вот прическа, да, надо посмотреть, все-таки показать, что это локоны у Цезаря. Да. Еще раз повторю, что это все должно лежать на поверхностях, которые так или иначе относятся к источнику света. И, конечно, вот тут стоит чуть прижать, что называется, собственную тень, да, для того, чтобы затылочная часть головы, она в большей степени была в рефлексе, да. Возвращаемся опять к скуловой дуге, как наиболее характерной части головы, да. Моделируем эту скуловую дужку, показываем, что она входит в серединку уха. Смотрим место для большой жевательной мышцы, это такая тоже важная и выразительная часть головы человека. Отмечаем у Цезаря, кстати говоря, очень хорошее анатомическое строение, и все достаточно хорошо видно и показано. Поэтому с этой точки зрения голова Цезаря, конечно, представляет большой интерес. Да, опять большая жевательная мышца, ухо повернуто вот этой поверхности уже к свету, поэтому ухо пока оставляю на свету, оно освещено, а поверхность щеки, она в тоне, и этот тон надо как следует слепить, проработать, потому что именно в тоне моделируется объем. Свет, он скользит, он как бы льется, он какая-то такая текучая субстанция, да, там где-то чуть зацепился на свету, уже все, это уже выскакивает. Вот, а моделировка, вот сама лепка, конечно, это тон, полутона в тоне, рефлексы, падающие тени и так далее. Здесь, конечно, особенно на первом плане, требуется такой хорошей проработки лепки формы. Ну вот потихонечку мы движемся к освещенным поверхностям, да, пока мы еще ими не занимались, мы их берегли, вот, работали в основном в тоне и в полутонах, которые в тоне. Да. Сейчас вот занимаемся полутонами, которые на свету. Вот, подошли к этому этапу. Ну, естественно, всегда смотрим опять на форму, что-то там уточняем, поправляем. Работаем с любовью. Так, общая форма головы, сравниваем, проверяем.
Нос, детали. То есть, так или иначе, я стараюсь, чтобы работа шла по всему рисунку, чтобы на каких-то вот конкретных вещах не тормозить, что называется, а стараться видеть всю форму. В общем-то, это метод необходимый для всех художников. Ну вот, зарисовка Цезаря быстрая, готова. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, она вам поможет. Этот мастер-класс для вас провел Рощин Сергей, профессор кафедры рисунка и графики Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета.